Уютный самарский дворик в историческом центре. Чисто, ухоженно, кругом цветы. Жители теперь на фотографиях показывают главе города, что здесь было раньше. Двор был похож на свалку до тех пор, пока за дело не взялась общественность. А теперь и вовсе здесь будут проведены работы по программе «Комфортная городская среда». Создалась новая команда жильцов. Не курим, не пьем. И поставили цель сделать город сад. Жильцы здесь сами создали совет МКД. Вот член правления у нас, да? Ну, у нас не ТОС, не... Да, вот меня тут на днях выбрали. И они, ну, мы, конечно, совместно, но вообще инициатива была жильцов, сами подали заявку в комфортную среду на, вот, на 2 300 000, и у них подтверждено финансирование. Сами разработали проект на основе пожеланий жителей. В Самарском районе 34 двора будут комплексно благоустроены. Но программа не завершается. Со временем комфортная среда придет в каждый двор. Кроме того, есть возможность получить дополнительную поддержку общественных инициатив. Каждый район, значит, вот Самарский, там не самый крупный, могут получить до 2,5 миллиона рублей дважды на реализацию общественного проекта. Вы захотите что-то у себя во дворе создать, кроме того, что предусмотрено вот этими деньгами? Объединяетесь, так сказать, обсуждаете, что вы хотите. А этот адрес — улица Куйбышева, 129. Здесь проведен ремонт фасада. Но жители жалуются, что штукатурка уже отлетает. Подрядчика заставит устранить неполадки. В целом двор достоин поддержки. Он уже сейчас выглядит как настоящий цветущий оазис в историческом центре города. Это могло бы стать примером для других жителей. Ведь в Самарском районе каждое второе здание – это и культурное наследие, и архитектурный шедевр. И этому особое внимание. О перспективах говорили уже на совещании, которое провел глава города Олег Фурсов. Проблем в районе немало. Многие начинают решаться. Идет реставрация фасадов, благоустройство дворов, ремонт дорог. Вот только дорожники не всегда с уважением относятся к горожанам. Выполняя свою работу, захламляют тротуары и газоны. До понедельника рабочие должны навести порядок. Большой процент дорог находится сейчас в ремонте. Дорожники взяли на санитарное содержание дороги, но за ними должного ухода не осуществляли. Повсеместно мы видим грязевые накопления, песок. Сейчас ветра начнутся, вся эта пыль будет в воздухе, мы будем дышать, травиться всем этим, да, и всю красоту, которую наводим на фасадах, мы ее испортим. Поэтому здесь прошу принципиальную позицию проявить. Сергей, во-первых, ваш, потому что период уговаривания, да, он прошел, всем все было сказано и неоднократно, значит, не понимают, придется наказывать. Самарский район постепенно преображается. Большие работы по реставрации проводятся на гостевом маршруте Мундиале. Сегодня задача сделать район таким, чтобы он смог достойно представлять как историю города, так и его перспективы. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.